Здравствуйте, с вами Олег Кофейный. Представляю вашему вниманию видеообзор цельнокатанной медной турки под названием «Мини», изготовленной в Украине. Обзор снят специально для сайта kava.zp.ua. Турка изготовлена по уникальной цельнокатанной технологии из листовой меди. Эти джезвы не имеют шва, тем самым повышается надежность и долговечность данного аксессуара. Турка имеет довольно хорошее сужение горлышка. Деревянная ручка изготовлена качественно и без шероховатости. Ручка съемная, не на заклепках, что также является большим плюсом, так как заклепанная деревянная ручка со временем может разболтаться и вовсе отвалиться. В данных турках со съемной ручкой этого не произойдет. Турка имеет широкие стенки, внутри луженая пищевым оловом. Единственный довольно спорный момент — это то, что джезва не обработана снаружи никелем, что в свою очередь приведет к быстрому окислению меди при контакте с водой. Но в этом нет ничего страшного, только изменится эстетический вид. Есть и плюс: турка без никеля смотрится очень эффектно и солидно. Приготовить кофе без каких-либо дополнительных условий вы можете на любом открытом огне, в частности на газовой плите, также и на электроплите. Габариты джезвы следующие. Диаметр горлышка в максимальном сужении 3,4 см. Длина ручки составляет 9,8 см. Диаметр дна 5,2 см. Вес турки 120 грамм. Заявленный производителем максимальный объем турки 170 мл. Но мы обязательно проверим это в нашей рубрике «Реальный объем». На данный момент это самая доступная по цене и качеству медная турка, в которой с легкостью можно приготовить ваш любимый кофе. Также эта турка с ее оригинальным дизайном идеально подойдет для подарка. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда в курсе кофейно-чайных новинок. С вами был Олег, наслаждайтесь вашими покупками.